Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, где нельзя держать деньги в доме, иначе в вашу жизнь постоянно будут приходить одни финансовые проблемы и неприятности. Далее, друзья, все более подробно. Каждый хочет иметь в своей жизни столько денег, чтобы можно было позволить себе, если не все, то очень многое. Покупать более качественные продукты, ездить на хороший отдых, носить современную одежду, иногда ходить в любимые заведения, баловать детей и свою семью. И чтобы осуществить все это, нужно много-много работать. Но даже при такой установке далеко не всегда получается заработать достаточно количество денег. А иногда бывает и такое, что работаешь, вроде материальное состояние начало расти, и в один прекрасный момент снова начало идти на спад. Начались денежные потери, и вновь появилась проблема с деньгами. Так получается, потому что многие люди не знают, что их финансовое состояние зависит от той денежной энергии, которую они смогут привлечь в свою жизнь. А те, которые это знают, не придают данной энергии большого значения, чем допускают также большую ошибку. Денежная энергия – это энергия, которая живет по своим законам. Ее нельзя подчинить, обмануть, притянуть, если она этого не пожелает. Она очень чувствительна и всегда приходит только к тем людям, которые ее заслуживают. Поэтому, если у вас есть проблемы с деньгами, остановитесь и посмотрите первым делом на себя со стороны. Добрый ли вы человек? Отзывчивый? Стараетесь ли вы помогать окружающим вас людям? Не жадный вы или независтливый человек? Если что-то из этого вам присуще, срочно избавьтесь, иначе никогда не сможете даже улучшить свое финансовое состояние, не говоря уже о том, чтобы изменить его в лучшую сторону. Даже если вы многое знаете про денежную энергию, не стоит останавливаться на достигнутых знаниях. Изучайте постоянно что-то новое, учитесь и развивайтесь в нужном для вас направлении. И очень скоро вы увидите, как денежная энергия начнет вас окружать и сколько благодаря этому вы сможете нового для себя открыть. Важно уметь правильно тратить деньги, отпускать их без сожаления, получая при этом моральное удовольствие и ощущая счастье. Так денежная энергия будет чувствовать, что с ее присутствием вы начали жить лучше. Также нужно уметь правильно приумножать ту энергию, что есть у вас. Откладывать некоторые сбережения, делая это правильно и тем самым показывая денежной энергии, что вы бережете ее. Не нужно забывать о том, что денежную энергию нужно благодарить за то, что она появилась в вашей жизни. Даже если изначально это будут совсем небольшие суммы, так вы покажете, что готовы принимать ее в любых количествах. Возможно, изначально она таким образом будет проверять вас, готовы ли вы к ее присутствию в вашей жизни, не испортит ли она вас. Бывает, конечно, и наоборот, что суммы изначально большие, а со временем уменьшаются, и человек в такой момент начинает злиться, показывая ей, что не готов ее принимать и в маленьких количествах, что так ему не подходит. Из-за таких действий такой человек за некоторый промежуток времени теряет все то, что к нему пришло. Немаловажным является и то, что как бы вы ни хранили ваши сбережения, так как это тоже показывает ваше уважение к денежной энергии. И если это делать неправильно, то приумножить данные сбережения у вас не получится. Не стоит держать ваши деньги в спальне, так как, во-первых, таким действием, если вы принесете купюру в дом, которая напитана негативом, не проведете вовремя чистку и разместите ее в своей спальне, этим действием вы привлечете в нее негатив, который быстро по ней разойдется, и у вас в семье начнутся конфликты, которые день изо дня, пока данная купюра будет в ней находиться, будут усугубляться, и если это затянется, то это может привести не только к сильным размолвкам, но и к разрыву отношений. А во-вторых, в спальне, где вы спите, денежная энергия тоже будет спать, а это у нас с вами означает, что она не будет находиться в движении, работая на вас и окружая вас в большом и большом размере.
что в результате приведет вас к энергетическому застою и к денежным потерям. Поэтому найдите для ваших денег другое место. Но если у вас нет возможности найти для них другое хранилище, значит их обязательно нужно хранить в деревянной коробочке. Раз в месяц ставьте на подоконник на 8 минут. Перед этим, пересчитывая на рассвете или в первой половине дня, говорите обязательно такие слова: «Денежки считаю, спать им не даю. Движение энергии запускаю, в большом количестве обратно ее привлекаю». Проделывая это действие, денежная энергия все время будет находиться в движении, а ваши финансы будут приумножаться. Также перед тем, как положить новую купюру к вашим сбережениям, чтобы не нарушить негативом, если она напитана, энергетику спальни, нужно обязательно зажигать любую свечу, делать ней три круга вокруг купюры и проговаривать при этом такие слова: «Негатива на купюрах нет, я его убираю и в свой дом войти не разрешаю. Эти деньги только денежная энергия окружает, чем финансы мои оберегает и в нужные моменты приумножает». Проделав это, вы убережете свою энергетику в спальне, сохраните крепкие отношения и очистите купюры от любого негатива, если они его где-то зацепили. Но ни в коем случае, даже после очистки, нельзя держать деньги под спальным местом, в диване, под матрасом, в шкафу с постельными принадлежностями. Так вы не только отпугнете денежную энергию, но и привлечете к себе сильные проблемы и даже беды, от которых избавиться будет очень непросто. Вы потратите на это много сил и времени. Также не храните ваши сбережения в коридоре. Вы знаете, что через входную дверь в дом поступают как положительные, так и отрицательные энергии, которые, осев на ваших деньгах, приведут к тому, что у вас с ними начнутся проблемы, так как это будет мешать денежной энергии их окружать. А если в дом войдет человек завистливый и нечистосердечный, принеся в дом разрушительный негатив, и он попадет на ваши деньги, то таким действием он может с собой нести вашу денежную энергию, а также удачи, что в результате приведет к безденежью. Поэтому коридор очень неподходящее место и не стоит даже рисковать. От этого даже нет защитных действий, используя которые можно было бы хранить деньги в коридоре. Не стоит держать деньги близко к полу, это показывает ваше к ним неуважение. Что у вас не нашлось другого места, как только разместить их либо на полу, либо вблизи него. Также, если какой-то человек или вы, подобрав где-то на улице, принесете негатив домой, он осядет на полу, то деньги этот негатив притянет, и за него стабильное поступление их в вашу жизнь просто прекратится. Деньги нужно всегда держать в специально отведенном для этого месте, так, чтобы они чувствовали уют и заботу. Гостиная, кабинет, кухня – это самые подходящие для этого места. Так денежная энергия постоянно будет свободно циркулировать и ничего не будет ей в этом мешать. Друзья, вот с такими вот важными советами и рекомендациями мы сегодня хотели с вами поделиться. С вами, как всегда, был канал Астрора. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии.